Интересная литература может быть не только художественной, но и обучающей. Несколько дней назад во всех школах прозвенел первый звонок, и мы решили приурочить выпуск нашей передачи к замечательному празднику – Дню знаний. О своей любимой книге нам расскажет педагог гимназии номер 2 Олег Васенькин. Книга называется «Шашки. Это интересно», и название говорит само за себя, что шашки – очень интересная древняя игра. Этой игрой я занимаюсь уже более 40 лет, и являюсь педагогом дополнительного образования во дворце детского и юношеского творчества. Учу детей играть в эту интересную игру. Эта книга стала моей любимой, потому что здесь есть все для того, чтобы ребенка, начиная с 6 лет и до 18, можно обучать этой мудрой игре. Здесь есть и дебюты, и миттельшпиль, середина партии, и эндшпиль, и различные занимательные истории, связанные с этой прекрасной игрой. Эту книгу я открыл для себя где-то в начале 90-х годов прошлого столетия. Появилась она на свет в 1989 году в Санкт-Петербурге, и авторами этой книги являются Борис Герцензон и Андрей Наприенков. Борис Герцензон – это мэтр шашечной игры, ветеран Великой Отечественной войны, к сожалению, его нет уже в живых. А Андрей Наприенков – это человек, который сейчас живет и здравствует в Санкт-Петербурге. Я с ним лично знаком, с этим человеком, и он мне впервые показал эту книгу, и она мне очень понравилась. Кроме обучения, в этой книге говорится о различных случаях, которые связаны с этой игрой, поучительные истории. Даже в юмористическом плане здесь есть несколько историй. И детям очень нравится такой стиль изложения, и они с удовольствием прочитают эту книгу. Я думаю, что и взрослые, которые хотят научиться играть в шашечной игре, им полезно будет почитать эту книгу, потому что здесь и для взрослых шашистов до первого разряда очень много будет интересных вещей, которые они могут изучить. Очень часто люди спорят, что интереснее и что сложнее, шашки или шахматы. Многие говорят, что шахматы – вот сложная игра, а шашки – это так себе. Это распространенное заблуждение. Шашки – очень простая игра по форме, но очень сложная по содержанию. И вот о чем написано в этой книге. Уже и ныне очевидно, что шашечная игра намного древнее шахматы. Правда, обе эти игры используют одну и ту же доску, и поэтому некоторые ученые склонялись к мысли, что шахматы и шашки родственны. Известный шахматист, бывший чемпион мира, доктор Эммануэль Ласкер, говорил, что шашечная игра – мать шахматная и достойная мать. Я хочу сказать, что эту книгу очень тяжело купить, ее можно почитать в объединении шашки во дворце детского и юношеского творчества. Я хочу пригласить детей, желающих научиться хорошо играть в шашки, на занятия в объединение Дворца детского и юношеского творчества. Занятия начинаются 11 сентября.